Всем большой привет! Сегодня готовлю вот такое вкусное ароматное блюдо – куриное филе с овощами. Не перестану любить это блюдо, оно и готовится легко, и также легко съедается. Обязательно готовлю сезон кабачков. Итак, берем куриное филе и нарезаем на небольшие кусочки. У меня примерно 250 грамм. Чем меньше кусочки, тем быстрее приготовится. Вот на такие кусочки я нарезаю. Вместо куриное филе можете брать любые другие части курицы. Главное, чтобы все это было без костей, чтобы было удобно есть. Далее перекладываем в миску. Добавляем соевый соус 1,5 столовой ложки. И все хорошо перемешиваем. Затем убираем в сторону, пока у нас куриное филе маринуется, подготовим овощи. Берем лук, я взяла среднего размера и нарезаю произвольно. Два-три зубчика чеснока. Мелко нарезаю. Далее берем молодые кабачки, 2-3 штуки, у меня 700 грамм. Нарезаем пополам, далее полукружочками. Нарезаю вот на такие дольки. Чем тоньше, тем быстрее у нас приготовится. Зеленый перец 2 штуки. У меня Чарлистон, можно взять любые другие сорта. Чистим и нарезаем на небольшие куски. Примерно вот на такие. Красный перец тоже чистим и нарезаем на небольшие кусочки. Ставим сковороду, наливаем немного растительного масла, кладем кусочки филе и быстро обжариваем примерно 3 минуты. С каждой стороны буквально 1,5 минуты. Главное не пережарить. Вместо куриного филе, как я уже говорила, можете брать любые другие части курицы. Главное, чтобы все это было без костей. И тогда можете смело обжарить до румяной корочки. Также очень важно правильно выбирать сковороду. Я использую самую обычную. Если жарить на сковороде вок, то время приготовления ускорится. Вок позволяет быстро и равномерно готовить на открытом огне. Если у вас есть такая сковорода, то желательно готовить на нем. Курицу пока убираем. И на этой же сковородке будем обжаривать все овощи по отдельности. При необходимости будем добавлять масло. Кладем лук и обжариваем 3-4 минуты. Добавляем чеснок и обжариваем еще пару минут. Немного соли. Перец, немного соли, все хорошо перемешиваем и обжариваем 5-7 минут, периодически вот так перемешивая.
Я одновременно готовлю и снимаю. У меня с левой стороны стоит штатив с камерой. Стараюсь аккуратно работать, чтобы не закрывать камеру. Далее отправляем кабачки. Хорошо перемешиваем. И обжариваем примерно 5-7 минут. Периодически вот так перемешивая. Немного соли. Все делаем по вкусу. Кабачки выглядят румяные, но это из-за того, что мы жарили на одном и том же сковороде. Далее отправляем сюда жареный перец. Все хорошо перемешиваем. Черный перец свежемолотый. Куриное филе с луком и чесноком. Теперь все хорошо перемешиваем, чтобы соединялись вкусы и пропитывали друг друга соками. Такое блюдо очень вкусное. Куриное филе получается нежное, сочное. Далее я накрываю крышкой и готовлю под крышкой около 3 минут. Вот так один раз перемешиваю в течение этого времени. И блюдо у нас готово. Слышно шум, это у нас соседи сидят во дворе, и еще жучки поют, особенно в жаркую погоду. Вот и все, вот такое вкусное блюдо мы с вами приготовили. Куриное филе с овощами. Перед подачей обязательно перемешиваем и подаем на стол. Всем желаю приятного аппетита и отличного настроения. Не прощаюсь с вами, увидимся в комментариях.